Всем здравствуйте, мои дорогие зрители канала и подписчики. Сегодня у Гали на кухне вот такие вот отбивные. Очень вкусные, очень красивенькие. Отбивные из свинины. Значит, я их вчера на ночь посолила, поперчила и оставила на ночь. А сегодня взяла. Перед этим отбила, конечно, очень здорово их отбила. А сегодня взяла, короче, в муку, вначале в яйцо, потом обваляла в муке, потом опять в яйце и пожарила. И вот такие вот вкусные. Очень привкусные отбивные у меня получились. Всех люблю, всех целую. Готовьте, готовьте для себя и для своих близких с любовью. С вами была Галя на кухне.